Всем привет! Вы на канале «Жизнь в Германии» от Эльвиры. Я Эльвира, это моя кухня. И сегодня я буду готовить пирог из слоеного теста с беконом и луком. Для этого пирога нам понадобится лук пюре, само слоеное тесто, 2 яйца, сыр мягкого сорта, потертый уже на терке, бекон, который у меня нарезанный, сливки, сметана. Для начала мы должны порезать лук и потом его обжарить вместе с беконом на сковородке до готовности. Если у вас нет пюрея, можно взять простой зеленый лучок. Пока наш бекон с луком обжаривается, мы выложим слоеное тесто в нашу форму, в которой мы будем запекать. Духовку я заранее включила на 200 градусов, чтобы она разогревалась. Вот. Теперь мы выложим наше тесто в форму и придадим необходимые размеры. Ну вот форму я приготовила, наш бекон с луком обжаривается, и пока он еще жарится, мы займемся самой заправкой. В заправке мы должны смешать нашу сметану, яйца и сливки, и соответственно потом еще добавить сыр. Вот наша заправка готова, осталось отправить туда остывший бекон с луком. Ну вот, я вылила, и теперь мы это отправим в духовку. Я не очень люблю выкидывать тесто и вообще продукты, и поэтому из-за теста, которое тут мы срезали, я сделала вот такую небольшую сеточку, и теперь мы это отправляем в духовку минут на 30. Ну вот, полчаса прошло, я пирог наш вытащила, нам осталось его только разрезать и можно кушать. Вот такой он у нас получился, румяненький. Теперь я его разрежу и покажу вам в разрезе. Ну все, наш пирог готов, можно кушать. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч, пока-пока. И приятного аппетита!